В московском метро открылась еще одна станция Савеловская. Она расположена на Большой кольцевой линии. С нее теперь можно будет перейти на серую ветку. Станция находится под площадью Савеловского вокзала. У нее два подземных вестибюля, выходящих на обе стороны Бутырской улицы. Метростроители сделали замечательный подарок для москвичей. Сегодня введена станция Большой кольцевой линии метро Савеловская, которая пересекает действующую серую ветку метро, дает возможность дополнительной пересадки, прибавляет для БКЛ еще одну станцию. Отсюда можно доехать до Петровского парка, до ЦСКА, до Динамо и даже до Переделкино и Рассказовки. 30 километров линий новых, только построенных линий метро. И это 17-я станция в этом году. Рекорд по строительству станции за всю историю метрополитена города Москвы.